Блять, короче, сосед умер месяца два назад, вместо него въехала семья с пятью или шестью детьми, какая-то толстая мамаша, алкоголичка. Как я устал, боже, они постоянно орут и бухают. Сори, что задержался. Можете, кстати, рассказать про своих соседей, с кем вам приходится соседствовать, если у вас какая-нибудь жесть, или наоборот, супер охренительные соседи. Так, сори, что задержался, заказал пожрать, и еду везли 2 часа. 2 сраных часа. Кошмар, кошмар. Так, ребят, сегодня тестим голосование. Как работает, пока это не настоящее голосование, это пока просто тест. Вам надо в чате написать, начиная со знака процент, название игры, то есть типа процент, без пробелов, без кавычек, просто вот процент, и потом название игры, типа процент квейк, процент залупа, процент, не знаю, там, что угодно, любая игра. Это все, что вам надо сделать. Вот, сейчас. Сейчас можете писать все, что угодно. Главное проверить нагрузки, сколько результатов лезет, как все это будет. Потом, соответственно, после... Да, вот вы правильно уже делаете. После того, как все напишут, вы, ваш результат, то, что вы написали, попадает на страницу. Пробел не надо ставить после процента. Попадет на страницу, где будет рандомайзер, и он выберет игры. Ну, то есть, грубо говоря, чем больше людей напишут об одной игре, например, ну, там, из 500 проголосовавших, например, 300 напишет одну игру, то, соответственно, шансы у нее выиграть будет больше. Но в любом случае, это рандомайзер, и ваш ник будет Фраерник, спасибо большое, Фейли Фраерник, спасибо большое, что подписался, братан, в самом начале стрима. В общем, чем больше голосов, тем лучше, и в итоге... После выбора я еще и буду знать, кто эту игру заказал, поэтому ответственность будет нести один человек, даже если таковых было по итогу там 300-400, но вот именно твой голос победил. Викторину, точнее выбор, рандом мы проведем на стриме, чтобы вы не думали, что я обманываю. Спасибо за подписку, Папа Кокроч. Соответственно, голосовать Папа Кокроч, Папа Таракан. Фу. У меня, кстати, я боюсь, что тараканы заведутся теперь. Да, так вот. Что я говорил-то? Ну, то, что будем знать, кто заказал, в общем, и все такое. Так что будет, я думаю, интересно посмотреть, как все это работает. Плюс голосовать могут только сабскрайберы и только через чат, просто вот написав. Кекс, когда рандом будет? Рандом будет... Сегодня мы проверим, как сообщения, как игры запиливаются в этот список, как рандом работает. Я все вайпну, и на следующем стриме уже будет полноценное голосование, если все работает, ребят. Вот так мы поступим. Если все работает, то в следующий раз вы уже будете голосовать полноценно. Поэтому сейчас думайте. Думайте над тему того, что вы хотите. У вас будет время. Вот. Давайте начнем с чего-нибудь нового. Вышла на днях игра Dirt Rally. Гонки, наверное, не очень подходят для стримов, но я был большим поклонником Колин Макрей Ралли в свое время, еще старого Колин Макрея, так что мне хочется поиграть в эту игру. Если бы я сейчас не стримил, то я бы играл в нее. Так что я думаю, что это нормально абсолютно, то, что я сейчас в нее погоняю. Единственное, тут парочку настроечек сделаю, чтобы сразу никаких проблем не было у меня со звуком и со всем остальным. Так. Буквально, я не знаю, часик посмотрю на игру, поизучаю. Угу. Она уже мне не нравится, потому что вместо окна без рамки она какую-то хуйню меня запустила. Сейчас. Придется подождать. Я как раз расскажу о своих
воспоминаниях, про гоночки, про Колина Макре и так далее. Ардар, лол. Спасибо большое за подписку. Кто гонки не любит, я думаю, что сегодня после нее мы Хасана запустим. Это уже 100%. Вот, Рейтанс, тоже спасибо огромное за подписку, братан. Я бы сегодня в какашки лося, возможно, поиграл, но так получается, то, что Кекс сегодня тренируется для своего турнира по шахматам. И Владик 47, тебе тоже огромное спасибо, вы прям подписываетесь в ряд. Владик 47, благодарю тебя. Ты ККК 47, только Владик. Так, что за говно? Ну, я вижу тут, типа, это... Кружок как будто грузится, но... уже прошло достаточно времени. Алло. Так, ладно. Дубль 2. Игра в раннем доступе, так что все возможно. Если она и сейчас не заработает, то я даже не знаю тогда. Сразу пойдем в Хасана, а потом, может, второй эпизод Life is Strange добьем. Мафию я что-то передумал проходить на стриме. Я вспомнил, сколько там кататься надо. Даже у меня словарный запас не настолько широк, чтобы занять все это время. Say that I need to set up new profile in order to play. Do you want to set one up now? Шахтер 91, спасибо большое за подписку. Как-то даже мне... Мне гордость за тебя, что ты 25 лет уже шахтер. А может быть тебе 91, трудно сказать. Блин, люди 91 года рождения, им 25. Это ж надо так. Хорошо, что я 96-го. Я молод и успешен. Илья, привет, спасибо за стримы. Не возвращайся на YouTube. Окей. Хорошо, в том, что я не вернусь на YouTube, вините Пацифи Коушена. Чувака, я послушал его. Послушался. Мафия. Все-таки думаете, можно попробовать? Микрофон погромче. Окей, сейчас. В принципе, я его выставил нормально, я просто его отвел немного. У него очень сильное усиление, я пока не разобрался, как его погасить, кроме как громкость ставить ниже, и вы просто слышите сирены на улице и так далее. Но я не знаю, я буду ждать, типа, когда она прогрузится. Кто-нибудь... Не-не-не, сейчас можете постить хрень, все что угодно можете постить. Это не голосование еще пока. Сейчас подождем, ребята, если это говно прогрузится, то окей. И если нет, то пойдем в мафию. Реально, черт с ними, с поездками. Зато весело проведем время. Не знаю, правда, как далеко я пройду. Отличная игра, конечно, Dirt. 1000 рублей потрачено не зря. Ранний доступ. В этот раз Интер сработал. Я просто... А, мне достижение дали. Ребят, вы сейчас не видите, но в Стиме дали достижение. Типа, вы, блядь, меню преодолели. Я серьезно сейчас говорю. То есть, ну это реально круто. В прошлый раз я по Интеру долбил, вы все слышали, поэтому я сейчас даже и не думал. Я думал, это загрузка идет, этот желтый круг. Марианна Кис. Ох, Марианна, спасибо большое, что подписалась. Я знаю, что настоящий Марианна Кис уже 2 ребенка. Время, ребята. Waits for nobody, как пел Фредди Меркьюри. Так, имя. Давайте какое-нибудь гоночное имя придумаем. Давайте двух моих любимых гонщиков совместим, наверное, в одного. Пусть это будет Такума Петров. На самом деле я просто вспомнил имя и фамилию двух практически худших из тех, кого я помню. Так, сколько лет? От 21 до 30. И... А, черт, я совсем забыл сказать. В футбол-менеджере очень забавная тема. Оказывается, там крымчанин — это отдельная национальность. Причем, ну, типа, нет ни сборной, ничего. Просто Крымея написано в профиле. И реально в клубе СКЧФ рождаются футболисты с этой национальностью, молодые. И, короче, я в Сокол себе реально крымского чувака купил.
в нападение. Он вообще бездарный абсолютно. У него там, наверное, потенциал чуть в районе 40. И мне приходилось... Я просто так мечтал, чтобы он забил гол. Мне пришлось 48 матчей этого ждать. Но, естественно, он выходил на замены в матчах против бомжей всяких. Но все равно было забавно. Так, ладно, рассказал историю. Теперь погнали. Трансмиссия... К сожалению, у меня нет сейчас под рукой руля. Хоть какого-нибудь есть геймпад, но я не знаю, если мне понравится игра, я тогда, наверное, заморочусь там, либо с геймпадом, либо с рулем, пока просто на клаве погоняю, поэтому не буду задрачиваться с коробкой переключения, передач и всем таким. Посмотрим, я не знаю, трекшн контроль. Мне просто говорили, что на стандартных настройках очень похоже на старого доброго Колина второго. 2.0 у меня любимая была, по-моему. И если это так, то окей. Меня это полностью устроит. Я тогда и на клавиатуре неплохо гонял. Мне всегда очень нравились заносы. Я не могу прочесть, что тут написано. Это серое на сером. Разработчики понимают то, что у них серый текст на сером. Я... Или это какая-то проверка на дальтонизм? Я вообще ничего не вижу. У меня проблема с детства. Я цвета не различаю. Я даже знаменитый тест, который определяет вас гея. Ну, помните тот, где типа подъебка, то, что если вы видите цифру... Я даже там не вижу цифру, так что я единственный в мире не гей. По этому тесту. Мало, наверное, кто понял, про какой тест идет речь. Ну да ладно. Так. Options. Сейчас я с настройками разберусь. А то это как-то совсем несерьезно, то, что они вытворяют. Full screen off. Побольше всего. Чуть посветлее. Вообще, последние гонки от Codemasters мне совсем не нравились. Чиро Кул, спасибо за подписку. Огромное спасибо. Все их последние дирты. F1 вообще ужасная, каловая. Особенно, если вспоминать Гран-при и прочие клевые вещи. О. Отлично. Пресет Ультра, Quality Advanced. Давайте тоже посмотрим. Ну все, на максималочках. Не зря батька-то комп себе купил. И огромное спасибо фанам. Я могу так сказать, даже не считая те 2000 долларов, что закинул один отдельный человек, который уже окупили как бы компьютер. Подписчики за месяц надонатили $1600. Я, кстати, все время забываю обновить список донаторов, но обязательно это сделаю, не переживайте. Но я не знаю, с карьеры начать или просто кастом-ивент пройти. Давайте посмотрим, что там в карьере. Не знаю, насколько сырая версия, я просто не люблю, когда... Я еще понимаю, когда всякие бичи продают ранний доступ, но когда крупные компании и крупные проекты выходят в раннем доступе, это мне... Не очень понятно, ну да ладно. Очевидно, что разных годов машина, но я помню, во втором Макрее были только современные на тот момент. То есть там был Ford, не помню модель, Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza. Еще какие-то тачки, я в тачках не очень разбираюсь здесь. Я просто версии уже 100 лет не смотрел. Кстати, меню действительно чем-то напоминает второй Макрей и по цветам, и по вот этим изображениям машин рисованным. Огромное спасибо Кочетков за подписку. Поэтому, ребята, если вы любитель большой ралли или любитель автомобилей, я, наверное, не смогу на 100% быть адекватным. Я всегда говорил, что я машины не особо люблю. То есть я их, может быть, и любил когда-то, но с тех пор, как я сам поводил машины, я немножко забил на это. О, привет, Дэн Бадаев пришел, стример FIFA и других игр. Отличный, кстати, стрим у него. Единственное, если бы он еще не употреблял наркотики перед ними, седативные, то было бы вообще, наверное, замечательно.
Вот. Пишет, что обожает серию Колин Макрей, были времена, хотя именно среди раллийных игр мне запомнилась ралли Трофи из 2001-го. Боже, как же она была сложна для того времени. Сейчас, думаю, добрать дирт, посмотрю сейчас рецензию. Да, я помню ралли Трофи, там были старые как раз тачки, по-моему, классические раллийные из 70-х, 80-х, когда именно ралли зарождалось. Но я... Да, Адмирал Авсом. Ребят, всем, кто подписывается, hello, смайлики, потому что эти люди приближают нас к новым смайлам и очень мне помогают. Спасибо большое, Адмирал. И Максим Зубков, огромное спасибо. Все, кто сегодня подпишется, также будут принимать участие в голосовании за сабдей, которое пройдет уже завтра. Да, так вот, я еще вспоминаю, как на волне того, что мне нравился Макрей, я... купил себе на рынке Ричард Бёрнс ралли. Короче, я минут 40 не мог с места сдвинуться, я абсолютно серьезно говорю. Там на клавиатуре надо было выжимать и отпускать сцепление двумя клавишами. Я не шучу, это просто жопа. Если кто попробует на, ну, типа, я не знаю, я уже не помню, был там аркадный режим или нет, но... Боже, это просто жесть. Кстати, хочу мои самые теплые слова сказать чату, который в последнее время снова исправился, а то были моменты, когда просто невозможно было находиться в нем, читать. Сейчас вроде как-то наладилось все. Может быть, даунов перебанили, хотя порой попадается, но тем не менее. Ладно, все, я отвлекся. Итак, у меня на выбор две тачки. Мини, не знаю, Форд. Окей, я возьму Форд. Или что мне надо покупать? Может быть... А, 50 тысяч, я понял. Какая-то проблема с этим. Лиги, кастом, профиль. Может, я уже купил? Давайте посмотрим, я просто интер нажимал. You haven't registered TraceNet website, do you like? Нет. Еще раз. Я не понял, в чем идея. А, ну все понятно. Начинать сразу с современных машин невозможно. Я врубился. Тут как в старых гонках... я уже даже не помню. Была еще прикольная про грязь на овалах, например. Про грязные овалы. Я не помню, как называется эта гоночная серия. Но там типа Наскара, только по говну надо ездить. Там как раз начинаешь с самых низов. Ну, как и в Гран-туризме и везде. Карен Кей, огромное спасибо за подписку. Тут тоже вначале можно купить только какой-то говеный Купер С за 37 тонн. И, соответственно, начинать с него гоняться. Я просто думал, что это типа... Хотя нет, я мог эту машину купить, блять. Что-то я не обратил внимания, но ладно. Ладно, это тоже охуенное. Начнем, блять, с машины мистера Бина. Ничего страшного. Да, так вот, по поводу этого принципа, это достаточно забавно. Я просто думал, что тут, типа, на выбор для любителей классики, типа, есть варианты и так далее. Итак, первая трасса — это Арголис, Греция. Ну, видимо, здесь три спецучастка, четыре. Так что погнали. Погнали, пройдем все четыре. Вот мы Такума, Петров. Как бы все тачки в этом классе это либо Мини Купер С, либо Ланча Фальвия. Я не знаю, как там дальше будет на топовых уровнях. Когда мы дойдем уже, там тоже будет только один Форд на выбор или нет, или только в раннем доступе. Я вообще ничего не знаю об этой игре, и не читал о ней, не смотрел ни одного обзора, сейчас только в первый раз запустил. Дамп Синемаголик. Дамп Синемаголик. Мне кажется, очень утонченная и непростая личность с таким никнеймом. Ну, погнали, че разглагольствовать. Все-таки в гонках самое главное — это гонки, тем более в раллийных, где помимо Вазды нету соперников даже на трассе. Вид из кабины
Я вот не помню, кстати, насчет вида из кабины в старом Макрее. Что-то не запомнилось мне. Ага. Все, понял. Управление на А, на газ на А, тормоз на Z, видимо. Ну-ка. Да, тормоз на Z и повороты на B и U. Я такого управления не видел со времен, наверное... Сейчас скажу, какой игры. Гран-при, наверное, 3 была последней, где я управлял на A и Z. И вернули штурмана. Так, отлично. Видимо, мне будет тяжело на первых порах. И, кстати, я, видимо, ошибся, выставив этих 8.0 MXA. Почему-то всегда это жестко режет FPS. Но сейчас я просто проедусь и на вторую трассу уже поднастрою графон. И... посмотрю управление. Блять, какое-то... Вообще не похоже. Ну, я, естественно, трансмиссию выставлю. Точнее, не трансмиссию, а этот трекшн-контроль поставлю себе, чтобы чуть попроще было. Потому что здесь на клаве, конечно, просто жестко. Я даже не уверен, что я когда-нибудь доеду до конца. Просто пиздец, машину так носит и кувыркает. Но те, кто помнит на именно старые части, те, короче, не будут впечатлены. Я прям думал, почитав отзывы в Стиме, что вот прям то, что и было, то и будет тут. Но не переживайте, я уже на следующий... как бы, на следующем спецучастке намного лучше проеду, чтобы вы не кричали, что я никчемный ублюдок заранее. Минутку проигрываем всего, ничего страшного. Люди-то, наверное, на машинах получше гоняют. Я даже где ручник, не знаю, но возможно на пробеле. Потому что в ралли... Да, в ралли, ну, типа, ручник в заносе. Перед заносом, точнее, когда дергаешь, типа, и легче в поворот входить. Блять, как же машину мотает, то есть реально, как будто эта коробка с говном. Я не знаю, насколько это реалистично. Спасибо, Писюкович, огромное спасибо. Я уже сказал, что это настоящий Писюкович. Я уже сказал, что Писюкович — это мой преемник на Ютьюбе. Поэтому подписывайтесь на его канал. Теперь он вместо меня там, я здесь. Вот. Так вот, как-то уж слишком она... Не знаю, блять. Совсем какая-то она не чувствуется как машина, как будто она весит грамм вонючий. Так, ладно, сейчас. Настройки сделаю чуть попроще. Не знаю, почему лагает, плохая ли оптимизация, либо, может быть, у меня все-таки не такой уж пиздатый комп, как я об этом думал. Но вот эта вот залупа всегда жутко убивает FPS. И по поводу настроек. Да, ручной тормоз был на пробеле. Так, трекшн контроль, стабилизатор. Тут даже уровни помощников. Давайте попробуем на трешечку, чтобы совсем просто не было. И с меня скинут какие-то бонусы за эту гонку. Управление, конечно, тоже полная жопа в плане того, что на А и на Z это как-то совсем непривычно. Ну ладно. Сейчас посмотрим теперь хоть FPS нормальный. Блять, как ее выносит. Здесь я бы даже сказал, что физика как в последних играх про формулу от Codemasters, то есть где надо перед каждым поворотом там до первой передачи сбрасывать, чтобы ее не вынесло. Нахрен. Так, давайте рестарт. Ничего страшного. Что с меня спишет 1000, теперь я чувствую машину. Теперь все будет вообще зигово, ребят. MLG. Погнали. А то школьники опять развоняются. Поехали. Так,
надо предрасчиться. Каждый симулятор, тем более если управляешь с клавиатуры, вначале дается тяжелее, чем можно представить. Тем более тут все-таки надо отлавливать машину, и делать это довольно тяжело. Ребят, которые подписались, я обязательно прочту ваши никнеймы, как только трасса закончится. Едем, едем. Я не знаю, правда, насколько хорошо мы едем, потому что это дерьмо больше 70 км в час не разгоняется. Его постоянно сносит, блять. Еще и дорога, по-моему, вообще не рассчитана, чтобы по ней на машине Остина Пауэрса и мистера Бина гонялись, я. Серьезно, абсолютно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Приходится перетормаживать и сыкливо очень рулить. Вот это я на ручничке, ребята. Если что, пытаюсь в занос ее уронить. На, просто, блин, это не машина, это просто жопа какая-то сраная. Я понятия не имею, сколько я проигрываю лидеру, но... Так, в сторону заноса. 11 секунд, но я надеюсь, что я проигрываю 11 секунд именно той Флавии, которая, типа, и должна, наверное, вести мне прилично времени. Попробуем риску... А, нет, ну, тут, в принципе, практически прямой поворот. Ну, плюс я трассы не знаю, естественно. Я помню, что в Колине Макрей я задрачивал настолько, насколько это вообще возможно было. И хорошо все помнил. В плане того, где можно подрезать немного, где можно не сбавлять газ в повороте. Здесь я боюсь любого поворота абсолютно. Ну, уже не так дерьмово получается. Я, правда, но траекторию абсолютно не держу. Там, если уж совсем задротом... Блять! Задротом гоночным быть, но и обидно. 14 секунд штрафа. Ну, словил, короче, камень какой-то на дорожке. Ну, ничего страшного. Я теперь помню, что он там, и больше такого не допущу. Наверняка. Еще 14 секунд, 13 в этот раз. Ну да, под конец, видимо, понесло меня все-таки 55. Уже вместе со штрафами, знаешь, без них бы я все равно 20 просирал. Вторая половина как-то тяжелее мне дается. Ладно, может, просто концентрацию потерял. Твою мать. Ребят, извиняюсь еще раз, я не могу сейчас смотреть на второй монитор. Поэтому я прочту, как только гонка закончится, все, кто подписался. Выпишу им отдельные благодарности. Мои твичевские. Графон неприятный, если что, но гамма какая-то нереалистичная, как сказал бы Вано. То есть она как осталась, почему-то все игры с серии Dirt какие-то реально вот, грязевая какая-то у них такая гамма, серовато-коричневая, что ли. Так, ну все, пиздец. Я уже чувствую, когда машине пизда наступает, когда я не могу совершенно ее контролировать. Но надо признать то, что вообще, конечно, этот Купер, он не слишком подходит под гонку по такой дороге. Ну, где-то по 9 секунд на отрезке я проигрываю, если бы я еще не въябывался во все подряд. Кстати, визуализации повреждений, по-моему, нет особо. Хотя я не бился задницей, переда я не вижу. И не могу взяться за мышку даже, потому что управление на АЗБЮ. Да, все-таки повреждения есть, как мы видим. Машина просто на любой кочке взлетает в космос, как самолет. Так что никто в первые свои попытки не будет застрахован от провала. Хотя и хотелось мне, конечно, показать себя лучшим виртуальным гонщиком, но если бы у меня сейчас был руль, гран-при, какой-нибудь три, который я в детстве задрачивал, я бы мог даже, наверное, какую-нибудь Австралию проехать за минуту 25, там, типа того. Ну, радует, что это уж, хоть это и аркада, но не совсем уж дебильная, типа там, не знаю, Need for Speed'а. Первое, что на ум приходит.
Или этого говна, как его, The Crew. Вот уж залупная игра, не знаю, почему некоторым она понравилась. Абсолютно неинтересная, я пожалел, что деньги потратил. Ну вот, все, короче, финиш. Красиво. Финишируем, ломая дерьмо всякое. Один из мини-куперов, какой-то поляк-кочмарик выиграл, причем привез минуту 30 мне. Я просто хотел сказать, что на фоне остальных мини-куперов мы еще не так плохо выступили, но проблема в том, что кошмарик, вонючий польский, вообще победил. На втором месте хломарь какой-то из Финляндии, Мюллер, Берсье, Бенгстон. Ладно. Ой, нет, я не хочу рестарт, я согласен на этот результат. Ребят, я, наверное, почему-то мне очень хочется фуллскрин включить, мне кажется, еще из-за этого могут быть лаги какие-то, я прям чувствую, что с FPS не все в порядке. И давайте я, к сожалению, не могу в опции зайти не внутри гонки, я, наверное, все-таки поковыряюсь с управлением, потому что это полный пиздец, я не могу так. Дайте стандартный просто. Я понимаю, что это очень по-аркадному, но это удобнее, по-моему. Да. Так. Теперь с графикой. У меня просто закрывается чат, если я ставлю фуллскрин, и я OBS не вижу на втором мониторе. Я боюсь, что у меня вообще черный экран. Ставим, короче, стандартные настройки, погнали. Спасибо за подписку «Подзалупный творожок». Ребят, всех остальных, помимо «Подзалупного творожка», после этой гонки, одну последнюю и всех. График просто убилась в говно, я не знаю, блять, она вся ребит у меня, тени сломались к херам собачьим, блять. Так, нет. Это меня не устраивает. Я потерял концентрацию. Возвращаемся к MLG Style. В этот раз войдем в пятерку. Иначе я не мужик. Можете меня потом женщиной называть всю оставшееся время, если я в 5 не попаду. Запомните. Блин, штурмана не слышу из-за того, что сам говорю. На самом деле здесь штурман делал такое. Я не могу этот поворот пройти. Он совсем какой-то трудный для меня. 2, 1, go. 100 метров. Я, кстати, и расшифровки-то не понимаю. Мне тут русский перевод, наверное, не помешал бы. Типа, тем более он даже о тех поворотах, которые не повороты, ни хрена, постоянно говорит. 60 метров, легкий поворот налево, это он и был. Чувак, я не понимаю, заткнись, ты меня только смущаешь. Лучше бы сказать. Ладно, еще раз. Теперь я помню, что после этого следующий адовый поворот налево. Все. А, если что, в Колине Макрее было намного во втором, намного более понятные пиктограммы наверху. Не какие-то полунепонятные, блять, стрелки, которые даже не говорят о крутости поворота, а полноценные пиктограммы, охуенно доходчивые, с которыми даже Даун бы разобрался. Это если крутой поворот там был красный, просто поворот налево или направо, и сколько метров до него, все. Сейчас бы поставить второго Макрея, но, к сожалению, в Стиме наебалово продают вместо него версию для мобильников, пиздец, урезанную, так что не ведитесь на это говно. Это не та игра. Боже, ну и поворот. Я примерно представляю, как его надо проходить, типа, но так как я еще пока игру не распробовал, я боюсь, типа, блять, просто взять и в ручнике вот так вот хуйнуть. Но нет, вот сейчас получилось, но там я бы все-таки засал. Давайте еще раз кинем машину. Да, кстати,
не все так плохо. Спасибо еще раз подписчику. Но тут я все-таки переборщил. Хорошо, что все эти столбики не слишком материальны, что ли. И вот тут вот графон начинает играть жестко с моими глазами. Я реально потерял дорогу из виду. Давайте попробуем, может, из кабины немного проехаться. Сейчас. Не, из кабины я вообще ничего не понимаю. Я, по-моему, не туда повернул. Или туда. Стрелочка в ту сторону. Так, теперь право, потом лево, сложностью 2. Все, я понял. Он говорит, типа, сложность поворота. Это вторая цифра. Ну, типа, как в настоящем ралли, но это же так тяжело. Я никогда не учился на гонщика. Да тут еще и реально можно не туда повернуть. Как помните, эстонский пилот Марко Мартин, который уехал в лес и врезался в дерево и убил своего штурмана. Кто-то еще, по-моему, в лес уезжал. Даже в формуле Кими Райконен один раз уехал, хрен знает куда, на трассе. Не помню уже на какой. 13 секунд летим, и это при том, что я, в общем-то, очень плохо ехал, иначе... Боже, опять! О, боже, ёло. Нет, 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 да почему? Чего ее так несет, мать твою, успокойся! Я не понимаю, она вдруг ни с того ни с сего, налетев на какую-то минимальную кочку, начинает просто с ума сходить, как будто у нее вместо подвески... Я не знаю, что. Так, немного пришлось подрулить. Тут, в принципе, так можно пройти. Йоло! Ну, уже начинает получаться, но я еще пока не чувствую момент, когда можно отпускать. Типа ручник. Так, налево. Наверное, выглядит, так как мы едем на 40 км в час, на 60, максимум на 70, то выглядит, как будто я просто плетусь, но, ребят, на самом деле, типа, тяжело, пиздец. Я брать не буду вам. Мне кажется, я все на пятерке был вкрутить там нахрен. Помощниках и не выебываться. Так, на... Блять! Вот это чистое наебалово. Я не понял, короче. Вот 15 секунд мне дали, потому что я думал, что там поворот направо из-за того, что эта херня мне нарисовала черт знает что наверху. Ну, типа, блин, обидно даже. Лучше бы он вообще ничего не говорил. Я бы тогда туда повернул. Я слышал отчетливо, типа, райт. Я реально не очень понимаю, короче, штурманов в этой игре. И вам будет тяжело, если вы не задрот. Ралли. Или сами не штурман. У меня был знакомый, который мне... Он типа ралли занимается, он мне предлагал ради прикола с ним съездить на чемпионате России в качестве штурмана. Он бы мне сам распечатку дал, я бы ему только наговаривал, и то мог бы и не наговаривать, короче, типа. Или я справишься. Ну нахрен. Подсказки штурмана в этой игре это еще ничего. В 5 GTA в гонках на машине есть со скоростью 2 метра в час, потому что штурман на слоупоке. Я кайф первый раз увидел, очень долго проигрывал. Скрипят кнопки. Ну да, просто, блин, у меня он очень близко стоит. Ракал. Ну, ребят, простите, я в четверку попал, я только начал, я в первый раз в нее играю. Тем более с таким профессионалом, как Кошмарик, очень трудно бороться. Он привозит по 50 секунд, даже 20... Даже если бы я... Даже если бы я не ошибался, я даже не знаю, ну, типа... Тут надо прям вообще на пределе ехать. Что, в принципе, и в Макрее было всегда актуально. Давайте, наверное, еще один... Да, давайте всю эту Грецию проедем, я думаю. Единственное то, что тут машину почему-то не нужно чинить между этапами, это как-то странно. Всегда нужно было. Так. А, вот репэйр. Радиатор. Самый убитый это радиатор. А, ну, еще, типа, сколько времени у меня есть бокс. Ну, все, как в Макрее. Короче, давайте. В этот раз как будто... Как будто от нас, типа, ждут победы. Я прям реально... Постараюсь рисковать в каждом повороте.
по полной. И не отпускать кнопку газа, когда это не нужно. После прыжка. Вот и прыжочек. Вот и прыжочек. Едем, едем. Так, ладно. На незнакомой трассе, естественно, такие ошибки возможны. Интересно, почему у нас какой-то дрон снимает? Такое уже есть, да? Скоро, наверное, селфи с помощью дронов будут делать. Бля, ну машина, я не знаю, я серьезно говорю, я вообще не представляю, кто придумал это говно на ралли выпускать. Это просто небезопасно для водилы за рулем на этой сранине ехать. Да, наверное, сейчас прям хорошо слышно, как я задрачиваю кнопки. Я не знаю, на геймпаде может и удобнее бы было. Нет! Нет! Слезь с этого репейника! Хорошо, я запомнил теперь этот поворот. Это ключевой поворот. На этой трассе, я надеюсь, потому что сложнее этого поворота я еще ничего не видел. Но тут, когда не туда надо, точнее, когда есть какой-то супер жесткий поворот, там все время почему-то второй вариант рядом с ним, рядом, ну, типа, если поворачиваешь направо, то левый поворот забит какими-то тремя тачками одними и теми же. Я думаю, что там скорая помощь для таких охуительных гонщиков, как я. Держись, держись, машинка. Но тут я, к сожалению, я не знаю, тут я даже полностью сбив, сбросив скорость, и, ну, я не знаю, как тут на ручнике влететь, это просто пиздец. Там такое MLG надо показать, что я даже... Я не знаю, я бы посмотрел записи кошмарика, потому что мне кажется, он... Паренек, который 30 секунд выигрывает на этом говнокупере. Хорош как черт, скорее всего. Было бы здорово, кстати, в онлайн-режиме сажать живого штурмана вместо этого говнюка. На 60 он мне предлагал здесь пройти, но я вообще физически не понимаю, как это можно сделать. У меня тачка сама, когда я поворачиваю, до 40 теряет скорость, даже если я не отжимаю газ. Я как операционистка, блять. Сегодня в банке был, там тёлки также набивают ручками всякие пин-коды и прочее дерьмо. Так. Вот это неплохо было. 11, то есть после первого отрезка я проиграл 13, я 2 секунды что ли отыграл у кошмарика. Боже, какой пот. Какие нервы. Turn right free? Ну, пиздец, я, то есть должен до его поворота, то есть до того, короче, вы поняли. Я бы сейчас направо повернул, вообще без проблем, но типа, он говорит уже про следующий поворот, про этот он сказал на предыдущем, но это так сбивает с панталыку. Ребят, я понимаю, что в реальном ралли так и есть, но, ёпта. Может, тут есть упрощенные подсказки штурмана? Ибо тяжко мне, братцы. Блин, это не занос, я просто машину ставлю боком и вгоняю ее на тормозе, ну типа в поворот, но это просто смешно, да. По-другому она не управляется, ладно, наверное, можно привыкнуть, конечно, с рулем дрочить клавиши это одно, с рулем было бы лучше, но, твою мать, однако весело. Представляю, как еще виртуальные гонщики с меня угорают. Тихо, 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 тихо.
Постоянно ее хочет... на обочину постоянно сносит очень жестко. С прямой, а тут малейшая кочка и все, можно... Нет! Тише! Только 14 секунд, я выберусь из этой ямы! На 7, наверное, или 8 потерял на этом говне, но, блин, это обидно. Шоу реально неплохо. Ну как, по меркам моим, естественно, не по меркам лидеров общего зачета. Боже мой. 150 градусов, левый поворот. Что такое 6? Сложность поворота 6, типа, по идее, на 60 градусов или типа того, хер его знает. Ладно, это не принципиально. Вот мне не нравится, что после этого поворота прыжок какой-то будет. Ага, ну я понял. Так, еще один отрезок я вроде как прошел, но почему-то засечку времени не дали. А, это уже финиш. Отлично, отлично. Люди нарисованы просто замечательно. На них одна текстурка от силы. Ничего не меняется. Как мы были четвертыми, так не остались. На вот 30 раз 36 секунд. 150 длина поворота. Мы это сами будешь играть. Сегодня не знаю. Вчера играли. Ребята, а кто-нибудь офис-сервер поднял? Было бы здорово. Сделай подвеску помягче, может быть, на тормоз нежелательно нажимать, если перетормозить до поворота, зато на газу выйти. Я стараюсь выходить на газу, но, блин, это очень трудно, когда у тебя две клавиши, а не педали, понимаешь? Я, типа, как делаю? Я полностью отпускаю газ, нажимаю, например, направо, чтобы машина, типа, встала боком, и после этого, чтобы ее не вынесло дальше, чем нужно, ручник, ну и чтобы она в занос вошла. Вот, а потом, как только понятно, что вот, типа, вошел в поворот, я сразу газ даю, но, блядь, ее так сносит, это пиздец. И плюс она тормозит за секунду, а разгоняется за 10, поэтому просто неудобная очень машина, реально. Я бы на другой какой-нибудь погонял бы, посмотрел, что с ней бы было. Так, ладно, давайте, я не знаю, тут, давайте посмотрим в настройках, может, я действительно что-то придумаю. А, в этот раз мне даже в гараж, по-моему, не дали зайти, или я сам тупанул, да? Так. Ну, полный ассист можно еще попробовать включить, посмотрим, что тогда будет. Нет, уж как это совсем для инвалидов, типа, чтобы за тебя подтормаживало. Ну, давайте попробуем. Спасибо, ребят, кто пьет за меня. Еще раз извиняюсь перед тем, кто подписался, пока я гоняю, я обязательно всех озвучу. Обещал после прошлой гонки, но... Наебал. Счет меня завлекли. Гоночки давно не играл я. Ну, все понятно, на пятерке тут, типа, любой справится. Сейчас, короче, кошмарик в этой, в залупе будет у меня. Ну серьезно, типа на пятерке в ассистах тут гоночка для школьников начинается. Но на клавиатуре, наверное, большинство удовольствия можно именно с этого варианта получить, потому что, ну без руля реально тяжело там. Ну кто видел, типа вы можете сравнить, что сейчас происходит, как я повороты теперь прохожу и как я их проходил до этого. Но это не считается, ребят. Это не считается. Я просто уже совсем обнаглел. Решил, что можно вообще забить на все. Сейчас, сейчас, сейчас. Это выигранный будет. Это выигранный будет спецучасток, так что вообще даже никаких сомнений нет в этом. Так, не-не-не-не-не. Я просто, ну, типа, пределы машины искал, так скажем. Знаете, как Айртон Сенна говорил, что... Типа, push it to the limit. Не уверен, правда, что это был Айртон Сенна, но, по-моему... Погнали, еще раз. Push it to the limit.
Тачка сама, по-моему, теперь это ручничком подрабатывает, что ли. Хуй знает, как это назвать даже. Воу-воу-воу-воу. Блин, слышите, как она трясется? Как бабкины кости в трамвае. Вот этот звук. Но это на самом деле камни из-под шин вылетают, но все равно так не по себе от этого. Я когда учился водить на восьмерке, и чувак, который меня учил, он просил, типа, как можно сильнее разогнаться, чтобы потом, если вдруг я быстро поеду, я не терялся. И она так скрипеть начала там на 80, что мне даже 80 было страшно ехать. Я не понимаю всех этих самцов, которые могут спорцо повесить на какой-нибудь вазок и как дать, блядь, 120. У меня бачко просто, наверное, ломба перекусило, потому что там все просто, вся пластмасса отваливается. Появляется дорожная пыль в салоне, потому что там вся из дырок состоит. Вот тут я и проиграл кошмарику. Было всего 4 секунды, но жизнь не прощает ошибок, понятно, что за победу мы уже не боремся. Ну так было, кстати. Так было, кстати, и в прошлом Макрее там. Во втором, точнее, там, типа, надо было... Я еще раз переспущу, с вашего позволения, последний разик. Там надо было действительно проходить, вот именно чтобы выигрывать, надо было проходить без помарок. Такого, что ты там половину обочин протер крышей и выиграл, я такого не помню. Немного похуже начало, но ладно. Блять, блять. Когда... Я вот понимаю уже, что все, я зацепил, типа, гравий, и меня сейчас понесет, но я даже не знаю, типа, в таких ситуациях на курсах, например, вождения экстремального говорят, наоборот, газку поддать, чтобы машина с траектории не улетела, и ты мог хоть как-то ее назад вернуть. Но, бля, это так тяжело. Потому что, ну, ты видишь впереди... Что это вообще за дорога такая? Кто ее придумал? Посмотрите, слева обрыв. Я понимаю, что это ралли, и там все трассы такие, но... Черт! Это же просто дорога смерти. По ней даже ну, ишаке-то страшно. Нет, машина еще хуже ишака, правда. Будь проклят. Тот день, когда я сел за баранку этого хуесоса. Едем, едем. Тут даже с помощниками типа переторможу лишний раз, потому что ну нафиг. В прошлый раз меня нехило так в борт, бортом в этот окоп приложило. Даже не знаю, как эту хрень назвать, обрыв. Maybe jump? Нет, 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 братан. На этой машине джампа не будет, она... Тут, наверное, если ты гонишь на 130, там, может быть. Я даже не представляю, как на более быстрой тачке тут было бы. И сейчас я жестко по тормозу вдарил, просто потому что испугался, что поворот направо будет. Хоть чувак и говорил налево, но я один раз доверился ему. Так, ладно. Попробую другую немного тактику в плане траектории на дороге. Попробую резать. Точнее, ну, типа, повороты проходить по внутренней, как-то ближе внутрь поворота. Ну, сейчас поймете, о чем я говорю. Вот. Но это не поворот был, но что-то такое я и хотел изобразить. На картинге так учит. По идее, на такой хуйне выигрываются секунды. Если так... Ну, не секунда, а просто время можно отыграть, если так агрессивно ебашить. То есть заходишь широко, но в самом повороте к его внутренней грани ближе прижимаешься. Вот, типа такого вот. Это очень тяжело, и в жизни, кто на карте гонял, тот понимает, как это бывает непросто делать. Потом весь изъебанный, руки отваливаются, жопа в мыле, хуй в бензине.
Вот еще один пример. Там такой еще камешек лежал сексуальный. Надо признать, что сейчас я, наверное, больше похож был на раллийного гонщика, чем когда-либо в этой игре. Действительно, неплохо связочек прошел. Правда, потом все-таки вынесло меня, и здесь я уже совсем плохо еду, но до этого прям отрезочек MLG был такой небольшой. Ох, какой ударчик в бочину, наверное, жестко пришлось тому, кто слева сидел, но это, в принципе, я и был, ладно, прямо перед самым финишем я еще раз поднасрал. Ну что, опять 30 секунд, даже не особо ничего не особо изменило включение этих помощников. Вон, газетку сидят, считают. А, нет, смотрите, изменило. Мы вторыми приехали. Нас обогнал только кошмарик. Но я вообще не знаю, там у него такие времена. Я не вижу, где, даже если бы я просто на пределе ехал и не отжимал бы, наверное, газ вообще и во все повороты идеально входил. Я не представляю, как можно 4.06 проехать эту трассу. Ну, вообще, наверное, можно, но я думаю, это тяжело. Ну и в итоге третье место в общем зачете по четырем спецучасткам. И это дает нам 11 тысяч долларов, 12. Если что, вторая по крутости машина 40 стоит. И 15 очков в общем зачете. Фуф. Ладно. Я думаю, наигрался я в дирт. Народу, наверное, не особо весело. Польская курва. Она, типа, кубица. Я не знаю. Но кубица даже с одной рукой, кстати, неплохо гоняется в ралли. Я видел его результаты. Да, Poland Strong, ребята. Poland Strong. Почему люди рядом с трассой стоят на ралли? Там все равно машина один раз проедет, обдаст пыль, к тому же рискуешь быть задавленным. Но в этом есть свой кайф какой-то. Машины там едут, ну, каждые 2-3 минуты, наверное, проносятся. Может быть, даже чаще. Сколько там, по-моему, 1.5, что ли, между выпуском одной машины и другой, кто версии смотрит. Достаточно интересно. Дайте, блин, я просто еще хочу погонять, но я не знаю, что мне делать с помощниками. Писюкович, я не смотрел сегодня стрим Кристины Финк. Не смотрел. Я не знаю, что мне делать с помощниками. На пятерках неинтересно играть, но и слишком тяжело играть без руля. На клавиатуре, без помощников. Дайте попробуем другое покрытие просто. Ради интереса. Потому что то было очень каким-то тяжелым. Лично для меня. И... Так, короткие передачи. Это подвеска, это я понимаю. Нет, вот подвеска. Блять. Soft Gear Spring Soloft Way Transfer. Блин, настройки тут, конечно, наверняка забавные. Я просто плохо ориентируюсь. К сожалению. Знал, разбирался бы я в машинах. Вроде типа 7 аркадных бегунков, но я хрен знает, как все это повлияет. Типа, там очень жесткая была земля и камни в основном. То есть мне наоборот нужна была супер жесткая. Точнее. Да, супер жесткая подвеска, чтобы не прыгать постоянно. А это что такое? Короче, я не буду полным нубом себя выставлять, я действительно не особо разбираюсь, поэтому смысла. Нет. Этим заниматься. Что такое шейкдаун? А, понял. Это типа тренировки какой-то, где я могу проверить, как машина едет и все такое.
Ну давайте попробуем. Ну все, шейкдаун закончен, я в принципе понял. Я понял, как шейкдаун работает отлично. Я просто надеюсь, что эти повреждения, они не успели сохраниться. Ладно, в пизду шейкдауна, погнали. В принципе, я чувствую машину, я чувствую землю. Одну гоночку, ребят. И после этого зачитаю подписавшихся. Главное, чтобы кочмарик меня опять не наебал. Все остальное. MLG. Как же здорово я вожу, ребят. Главное было научиться, посмотрите просто. Главное было помощники включить. Интересно, когда какой-нибудь Тоха там на стриме в Dirt играл, он прям на полной симуляции ебашил. Мне просто интересно. Насколько он хорош. А то меня часто обвиняют, то, что я плохо в игры играю, но... На самом деле я играю нормально в игры, в те, которые интересны мне. Если какое-то говно, мне лень в нем разбираться настолько, что я еще и отвлекаюсь постоянно. Так, 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 так! Спасаем водителя от неминуемой гибели. Стой. Нет. Я даже не знаю, я хочу рестарт. Блять. Последний рестарт. Больше ни одного рестарта никогда в жизни. И, ну, типа, очень хочется за победу побороться, ребят. У людей вместо рук, кстати, у них пальцев нету отдельных. У них у всех варежки, как будто бы. Смотрите на того таджика в оранжевой куртки. Ладно, все, ребят, это стопроцентная концентрация. Я больше не отвлекаюсь. Я даже говорить ничего не буду, просто молча буду ехать. Помните, я говорил про последний рестарт? Так вот, это был предпоследний рестарт, ребят. Судя по звуку, который издала моя машина, у нее лопнули колеса. Предпоследний рестарт был. Каждый раз ты хочешь пройти поворот как можно более идеально. Иногда это приводит к проблемам, но вы же понимаете. Твою мать, насколько же я лучше ехал в тот раз? Я не понимаю, на той прямой меня... Я ее же в первый раз проезжал. Естественно, теперь-то я знаю, что мне сделать, чтобы не запороться, что надо держаться поближе к центру дороги. Вот, все нормально. В этот раз я не улетел, или это не тут было, я не помню. Еще лужи такие просто. Как будто на даче еду. Там как раз дороги похожи к своему родному дому. Где детство пролетало. Но, правда, стоит отдать должное. Там все-таки положили асфальт в некоторых местах, но в основном дорога вот такая была. Я один раз на велике даже на такой дороге так сильно упал. Свалился в канаву в сточную, где говнище текло весь в ссадинах, и кал попал мне в раны. Вот. Я его вымывал потом. Перекись водорода и сжег себе практически всю кожу. Все равно некоторые кусочки кала попали в открытые ссадины и началось заражение. Ужасно было. Ух. Сейчас чуть не стало так же ужасно, как тогда, но ничего страшного. Да, но если бы я не упал в канаву, у меня бы не было выбора, потому что навстречу мне ехал КамАЗ. И сейчас бы мы не смотрели на Дирт, скорее всего, если бы я не решил падать в канаву. Но было неприятно, конечно. Это правда? Не, ребят, я так что это придумал? Вы еще с ума сошли? Конечно же, я придумал это. Я даже на велосипеде кататься не умею. У меня его и не было. У меня и дачи нет. И в Dirt я сейчас не играю. Все это сон, друзья. Вызванный спайсовыми галлюцинациями. Разве вам не очевидно? Так.
Слева, слева, конечно, охренительная вот эта тема, которая символизирует сколько... Я на нее отвлекся, на этот шнурок красный, бело-зеленый. Меня еще заглючило немного. Я по этой фигне вообще ничего понять не могу. Херня какая. Там типа зеленый, это я, белый, это лидер, красный, это последнее место или что? Или это вообще не прогресс трассы? 11 секунд от кошмарика, ребят. Держим. После двух отрезков... Кстати, очень редко время замеряется. В Колине Макрей там каждые 12 секунд стояли хуёвины, которые отсекают время. Короче, после двух всегда у меня 11 секунд от кошмарика, и на последнем он всегда мне 20 привозит, блядь. На последнем отрезочке. Ну, трассы такие, прямо скажем. Леса кругом. Леса. Ну, они и в реальности такие, но мне бы хотелось видеть что-то сексуальное, знаете. Анджелина Джоли там где-нибудь. С огромными титиками. Молодую еще. Где-нибудь на обочине. Так, парень все рассказал. Финиш. А, что за белорусский флаг слева? Сам понять не могу. Красный проигранный отрезок, зеленый выигранный по времени. То есть я второй отрезок выиграл, я... А, это 14 секунд. 16 секунд я вот раз проиграл кошмарик. Мне почему-то кажется, что если бы я на Фульвии гонял, на Вульвии, я бы, наверное, был первым. У меня почему-то есть такое ощущение, что я не ту машину купил просто. Я не знаю, было бы здорово, если бы ее можно было продать. Давайте, короче, забьем пока на чемпионат. И перед тем, как пойти в мафию играть. Да, были классные сиськи, но сейчас... Сейчас это уже не так. Давайте проедемся на какой-нибудь... машине другой в обычном режиме. Алло, эскейп. Блять. Чё за говно? Я даже в меню не могу выйти, эта игра меня не выпускает в меню. Рандом... Кастом Эвент. Ралли... Давайте в Уэльсе я хотя бы первый отрезок знаю. Уровень сложности профессионала, оказывается, стоял. Вот этот мы проехали только что. Ну, гоу на современных машинах прогонимся один разик. А то как-то на перделке какой-то прогнал. Так, содрайвер Калс, попробуй покрутить. Да я уж покрутил. Ты пришел только что. Я уже... настроил, я просто все на максимум выставил. Все. Мафия на Overheads, да. Асфальт поставил бы. Ну, большинство, типа, гонок проходит не по асфальту, брали. Хотя, я бы посмотрел, как асфальт тачки держит, потому что, ну... Мне почему-то кажется, что точно так же, как в этом самом. В обычных диртах. В городских трассах. Так, ну тут мне явно нужно немножко больше. Знаете, как-то... То ли я плох, то ли машина не особо лучше едет. Ну вот она 100 делает на прямых. Действительно подпрыгивает. Но какого-то ощущения бешеной скорости я не могу сказать, что чувствую. Ну, плюс, конечно, привыкнуть еще надо. Она помощнее немного. Те фортеля, которые я выделывал, ну не немного, а даже солидно. Те фортеля, которые я выделывал на помойке, не прокатывают. 100-150. Я не вижу, какой следующий поворот, поэтому просто кидаю. Вот это ручник я сейчас нажал. 2 секунды я проигрывал к этому моменту. Хорошо. Уши сделал 3 раза. Или 2. С ручником я пока завязываю. На какое-то время.
Это не поворот. Камера просто ебанутейшая порой. Так, ладно, попробую сконцентрироваться на штурмане. Еще раз. С ручничка. Не, ну, я в первый раз еду на мощной машине, вы тоже должны это понимать. На мини-купере было бы лучше. И меня, блядь, опять повело. Давайте немного на пределе опять. Блядь, сука. Хорошо. Не, короче, на этих еще тоже надо будет учиться. Приличное время. С кондачка, в общем, выигрывать не будете, если кто переживал за излишнюю легкость. Если вы не супер охуенный пилот, то будут определенные проблемы. Ну и плюс нужны... Ну, не руль. Без руля, я думаю, можно обойтись, но геймпад придется, скорее всего, подрубить. И совсем без помощников, наверное, может и понадобится. Ну, вообще, не самое, наверное, жесткое. Тут просто все от привычки зависит и от знания трасс. Блять, ну и колбасня, а. Так, у меня, кажется, у меня левого колеса нету больше. Машины странно себя ведут. Давайте еще попробуем этот асфальт. И на этом все, в принципе, я думаю. Потом как-нибудь сам для себя погоняю. Все-таки игра такая не самая для стрима. К тому же я пока еще не придрочился. И... тяжко слишком. Бля, я не могу новый ивент начать, пока этот не закончится. Вы серьезно? Не, ну блин, надо как-то совсем убого. Да что если я просто хочу погоняться, что если я типа... Ну окей, я проеду, чтобы просто... Мне действительно хочется посмотреть на асфальт. Может я сменю, не разобрался. Хуй знает, но это очень... как-то упорото. Выбираешь кастом ивент, он тебе не дает. Заканчивать ту, которую ты уже начал. Как будто от этого что-то зависит. Я же не могу тут начитерить и выиграть чемпионат, переигрывая бесконечное количество раз. Это просто отдельная трасса. Ну да ладно, не туда нажал. Вот раз чуть поосторожнее проеду. Не, мне не очень нравится вот именно физика, она какая-то, блядь. На малейших кочках машина просто в космос залетает, как будто весит 50 грамм. Ну, я не знаю, может быть, люди, которые шарят, меня поправят, но я не помню такого в других гонках. Мне кажется, не должно так быть. Ох, как охуенно я влетел. Повреждения здесь мне нравятся. Может, мне машину убить в пизду, и тогда... Все-таки мне дадут выйти из этого ивента охуительного. Ну вот, например, типа, ну я не знаю, конечно, это обочина, конечно, кочка, но... Уж совсем какая-то жесть происходит. Ну хоть этот поворот я теперь более-менее прошу. Да, водить Купер даже приятнее в некоторых аспектах был. Вот тут я в прошлый раз наехал на что-то там справа, на обочине, буквально на какой-то камешек вот мизерный, и улетел вообще нахрен в космос. Хорошо. Правильно ее тут поставили. Уважаю такое решение. Надо было и в нее еще человека посадить. И отдельную профессию ему придумать. Типа смягчающий удар. Это раздражать начинает.
малейшее касание любой неровности, и вашу машину переворачивает. Просто любой. Ну, нам все-таки изменит немного. Не думаю, что народ будет этим доволен, хотя в Стиме, ну, типа, я не видел, что кто-то недовольствовал. Может быть, только у меня такая проблема. Я уже не могу, типа, вообще стараться. Да все, все, все. Я хочу проехать, чтобы попробовать эти самые городские, ну, не городские, а асфальт. Потому что все-таки на говне такое гонять. Блять, хотел сказать, ну давайте типа последний отрезок хотя бы нормально проедем. Зато погода хорошая в Москве. Вот сегодня. Не правда ли, друзья? С утра туманчик был небольшой, но зато как хорошо было выйти и понять, что можно хоть в футболке гулять, хоть без штанов, что наконец-то наступила весна, и может быть даже, если бы такая погода простояла 3 или 4 дня, выросли бы листья на деревьях, но, к сожалению, хуй там, завтра опять плюс 11. Отстой полнейший. Надеюсь, что майки, которые я заказал для ролика, все-таки я допилю болтовню эту дурацкую, привезут завтра. Просто без этих майк теряется весь юмор. Они очень крутые. Вы поймете, о чем я сейчас говорю, когда вы потом увидите все это дерьмо. Отлично, ивент комплит. Теперь я смогу проехать там, где я хочу. Отличный, кстати, финиш. Очень стильный. Так. Я, кстати, хер его знает, а в Монте-Карло, ну, по идее, негде быть говёным дорогам. Там, наверное, только асфальт и есть. Да, типа... Блин, тут тоже лес. Какой там умник говорил, проедьте по асфальту. Я чё, зря страдал все это время? Чувак, тут три трассы всего. И нету асфальта. Игра вообще жутко недоделанная. Пока в ней контента на 3 секунды. Как бы я хотел, чтобы у нас в городе хотя бы плюс 11 было. А ты где живешь? У нас минус 3, весь день снег. Фу, ребят. Ненавижу лето, жарко, душно во всем городе. Я люблю весну, но ее украли. Ее вообще не было. Я люблю, когда плюс 15-плюс 18. И хороший свежий ветерок обдувает твой анус. Вместо этого-то что? Что вместо этого, парни? Сразу настанет, вот, блин, в один день проснешься, и сразу плюс 30 будет. А именно весны не было ни хрена. Минус 10 каждый день, блядь. Ну, плюс 10, там, плюс 5. Дождь, дождь или еще какое-нибудь говно. Ну, это, да, это можно назвать асфальтом. Видимо, в Монако тоже две беды. Богачи и дороги, я не знаю. Как сказал когда-то... Кто сказал? Карамзин? Бля, не хочу показаться глупым. Напишите в чате. Мое предположение. Пусть будет Карамзин. Или... Ладно, не важно. Не, конечно, по говну значительно хуже ехать. Тут как бы разница чувствуется. Единственная основная проблема здесь, но тут еще круто то, что ограждения тебя как бы не дают вылететь. Эх, показать бы, как я круто гонял у Макрея. Но, увы. Да, так вот, единственная проблема, что как бы дорога подморожена, что ли. Несет все равно машину как на лыжах. Вперед. О, парковочка. Где стоп-хам в таких ситуациях? Какой вообще дебил поставит свои машины вдоль дороги в ралли? Каким надо быть ответственным? И, конечно, эта дорога уже, чем попа девственницы мусульманской. Хотя нет, там, наверное... Ладно, все, я устал, короче. Не могу уже сконцентрироваться. Мне хочется в другую игру. Гонки закончены, неплохо. Неплохо, Мэтт прям добрый. Да, я всегда добрый.
Я люблю жизнь, люблю вас, люблю игры. Люблю развлекаться, в конце концов. Так. Мафуя. Или нет? Чё, может, Life is Strange второе, это самое? Эпизодик. Bloodbass Кавказ, кстати, качает патч до на целых 64 мегабайта. 132 мегабайта? Ни хрена себе. 132 мегабайта. Это серьезно. Так. Ладно, поиграем в старую добрую. Чего уж там. Чё-то вчера захотелось, сегодня как-то прям... Хочется тоже, так что не откажем себе в удовольствии. Он будет после этого, ребят. Чего, Сэнха, сам? Сами, небось, уж 20 раз прошли все это говно. Ща, ребят. Я гей, так что Life is Strange. Нет. Гранд Танк Илья, я скучаю по бывшей, братан. Держись, что я могу сказать. Очень жаль, что так получилось. Главное, не парься. Ты найдешь себе женщину, я уверен в этом. А может и нет. Может быть, та женщина, которая бросила, она останется лучшей в твоей жизни, и ты будешь страдать всегда. На самом деле, я шучу, такого не будет. Это как бы ирония, я надеюсь, ты понимаешь. Потому что, на самом деле, как бы ты не любил тех или иных женщин, они более-менее все одинаковые. И рано или поздно ты найдешь ту, которая тебе также подойдет. Сейчас что-то не та. Ох, ребят... Но вы сами видите, не будет мафии. Она не дружит с ОБСом. Так же, как Макс Пейн и еще некоторые игры. Мне очень жаль. Мне очень жаль, сейчас будет Хасан. Сейчас будет Хасан. Давайте озвучу подписчиков, которые подписались. Простите, ребят, я попробую это профиксить, но просто если во время эфира это делать, то это займет очень много времени. Я ее сегодня запускал, тестил так, без ОБС, и она прекрасно работает. Но как назло, с ОБСом нихуя. Итак, Данила из Тагила. Огромное спасибо за подписку. Из Тагила быть Данилой — это круто. Абета 237. Спасибо большое за подписочку. Кудос. Коц. Коц. Огромное тебе спасибо, братан. Подзалупный тростенюк. Творожок. Я, по-моему, уже тебе говорил, что ты молодец. AXL 133. Спасибо. Ты семерку забыл в конце. Крайкс. Благодарю тебя. И Доперкс. Ты лучший. Ты лучший. Спасибо за подписочки. Максима Зубкова еще, наверное, я пропустил. И, возможно, Чиракула, но нет, Чиракул вроде бы был. В общем, спасибо, ребят. Вот точно пропустил Райтенса? Нет, вроде не пропустил. В общем, вроде никого не пропустил. Никто не забыт, ребят, ничто не забыто. Живи и помни все дела. Так. Да, лето онлайн, это был не я. Какой-то чувак просто... Братиш, ты так настаиваешь на геймдев тикун, это очень жестко. Было бы круто в Мафию Онлайн с подписчиками, как тебе? Очень круто. Сидеть с подписчиками, играть в Мафию Онлайн — это мечта моя. Но если серьезно, то
по-моему, CSGO. Я просто видел пару подписчиков, которые врывались на стримы мафии. Это полная жесть. Ребят, нам лучше не видеть друг друга. У меня нет вебки, вы не знаете, как выгляжу я, хотя вы знаете, да? Я не хочу знать, как выглядите вы. Не хочу. Не хочу. Да не, нормальная игра. Так, сейчас, ребят, что-то... это я про Dirt сказал. Сейчас я... кое-что сделаю. Last try, так сказать. Сука. Я так наебать игру пытаюсь жестко. Нет. Она вообще не лагает, как только ее в ОБС не кидаешь. Вот в чем проблема. Может, даже и в чате есть какой-то совет, но я так и не нашел, как справляться в этом с игр... с этим в играх старых. Простите, ребят. Простите. Я могу играть и рассказывать, что происходит у меня на экране. Мы хотеть показывать себя. Не-не-не, ребят. Мы не будем смотреть друг на друга. Только на тех из вас, которые женщины. И то это даже, наверное, больший стресс для меня будет. Представьте там себе какой-нибудь... Кто у нас там из тёлок активно в чате сидит? Какая-нибудь Лиза Василиса, которая не влезает в веб-камеру. Life is Strange? Не, не хочется. Хасана, наверное, чё... Хасанчик, давайте пройдем что-нибудь. Блин, обидно, что получилось так с мафией. Дрели обидно. Прям. Го на эмуле PS2. Чувак, на эмуле PS2 нету патча на гонку, понимаешь, что дело? Я не пройду. Мне придется однокласснику звонить, который мне проходил в свое время. И говорит, чувак... Представь, прошло 15 лет, братиш, не пройдешь мне снова гонку мафии. Это будет Фурфа 6. Еще нет пока надписи, но я знаю, что ты подпишешься. Вот и ты. Спасибо за подписку. Спасибо. Спасибо. Что-то многие в последнее время на русском твиче проходят. New Vegas, кстати, я заметил. New Mexico Billiard. Красивый ник. Спасибо за подписку. Ага, ага. Так. Извиняюсь, без патча на пропуск заставки иногда она... Эта игра имеет свойство зависать. Нет, Антонио, это не помогает. Сама мафия, понимаешь, в чем дело? Эти советы помогают со старыми играми, которые у тебя тормозят просто сами по себе. А в когда именно записывающая... любая, вот я сейчас запущу Фрап с мафией, Бандикам, ОБС, он начнет тормозить. Тут, мне кажется, ядра процессоров ни при чем. Я пытался уже менять, когда у меня такая же проблема с Макс Пейном была еще с какой-то игрой. Ярцев 88. Я тян, худая и стройная. Пропов не будет, вебки не будет. Просто завидуйте. Адмирал Авсом, тебе не кажется, что у тебя стало меньше школьников? Я не знаю, если ты пришел сюда ради школьников, то, наверное, это действительно не то место. Может захватывать не игру, а область экрана? Так, ребят, стоп. Хасан. Мафак Хасан, прости, секундочку. Сраный гений в нашем чате, мать вашу. Так, так.
твою мать, чувак, я серьезно готов тебя поцеловать. То есть твой совет настолько в кассу оказался, что даже представить было невозможно, что это заработает. Ебанись просто. Может, кто-то и раньше про это писал, но я вот только сейчас увидел. Че? Пипец, это хреновина большая. Так, секунду. Ну-ка. Все отлично. Эпичная музыка, эпично. Блин, я что-то даже и не подумал. Такие темы часто решаются именно этим, но я что-то забыл абсолютно про это и даже в голову не пришло. Я единственное писал. Спасибо огромное, Майли Сайрус. Благодарю тебя. В модера его нет, пошел нахуй. Теперь играть в мафию не хотел я этого. Хасана хотел. Ну ладно. Так. А, понял. Завести дело. Гар21. Спасибо большое за подписку, братан. Спасибо, Гарв, за подписку. Спасибо. Да, парень, я знаю, что ты не Майли Сайрус, но... Позволь мечтать. В последнее время мне начала нравиться ее развратность и желание показать свою пилотку. Может быть, пророку Санбою это и не понравилось бы? Короче, у меня было... В общем, у некоторых людей на столах стоят, знаете, такие штуки, в которые они выкидывают мусор. Ну, типа, как помойки такие, мини-помойки. Вот. У меня такая стояла под левой рукой. Я в нее вчера чистил семечки, потом какие-то... Выкинул пакетики чайные, потом стряхивал туда сигареты, залил все это пивом, чтобы потухло, и теперь я смахнул это на пол. И все это просто, блять, на ковролине. Правильно я имя дал себе, мне кажется. Ладно. Gathering of Developers представляет. Че за перевод? А, ну один S. Просто голос какой-то незнакомый, я уже и забыл, какой 1С перевода был. Как тебе трейлеры нового должны сносить немощи бессильны. Да, я не фанат Mad Max, чувак, увы. Послание. Вторая часть мне более менее нравилась. Глава 15, стих 1. Так что... Я, короче, буду ждать, пока все это дерьмо высохнет. Потом отковыряю. Ну, заставку может не смотреть, там ничего не показывает на самом деле, кроме того, как машины едут, летят самолеты, но кто не видел, там 10 из 10 такая атмосфера. Можно мне сесть за ваш столик? Так шо, можете потом посмотреть. И музыка очень приятная. Ну вообще музыка сильная сторона этой игры. Простите за задержку. Рабочий стол светил на секунду. Там нет ничего, по-моему, такого. Что вам абсолютно. Принести, Егор Просвирин, спасибо за подписку. Сейчас, секундочку. Столом с такими, как вы.
У меня к вам деловое предложение. Хотел я проверить, не сохраняли ли я порно на рабочий стол, но это только что купленный если компьютер. Если бы даже был, что... то не стал бы вести дела с людьми вроде вас. Сабдей в пятницу? Не знаю. Завтра голосование, если что, ребят. Но мое скорее всего, в пятницу сабдей. Это будет полезно вам, вашему начальству и мне самому. Илья курит, о господи, подписчики разочарованы. Да я... Сделки? На самом деле не ну, курю. Скажем, я занимаю хожу в качалку. Положение в одной не вполне легальной. Хожу в качалку и качаюсь, ребят. А чё, есть кто в качалку? Чё, в чате ходите в качалку, ребят? А у меня с другой стороны есть... Качайтесь, ребят, в качалке-то. Ваш кофе, сэр. А то чё ты как-то вы... Просвирин подписался на Мэдис. На что Просвирин? Ребят, не хочу показаться из этого дела очень каким-то самовлюбленным, но я правда не знаю. Скажите мне, кто это? Ваша голова батл Арбатского. Огромное спасибо. Последний раз, я уже, наверное, рассказывал эту историю. Батл когда-то в прошлый раз подписывался. Но я помню, как однажды я не хочу, обманул учительницу и на деньги на 8 марта девочкам купил 3 батла Арбатского и чуть не умер. Вам нужно было подумать о своей семье раньше, поскольку я... Конечно, конечно. Слушайте, это ведь не за даром. Блин, я себя чувствую, на самом деле, не очень уютно, потому что я не люблю, когда я подписываюсь на кого-нибудь, и человек такой, о, кто подписался? Мэдисон, да, как Мэдисон. Сейчас я выгляжу так же, потому что я правда не знаю. Я люблю Просвирина, наверняка заочно, наверняка он очень классный, но, увы. Если вы защитите мою семью, я расскажу все, что знаю. Это та самая мафия бандитский Петербург? Нет, это... Это... Обычная мафия с патчем на дальность прорисовки, насколько я понял, из репака. Создатель ресурса спутник погром, да это таксист. Фейковый Просвирин, несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши. Какой-нибудь Вова Золотой работать. Подписался, он подписан на этот паблик. Я сам настолько далек от этого, что мне абсолютно не плевать. Просвирин и Шарий, это все для людей, которые ищут успокоение. Времена, многим приходилось похуже, чем мне. В интернете так же, как другая часть страны в телевидении. А, Я скипнул заставку, но тут и так понятно, чувак. Да, блять, вы все в мафию играли, короче, отъебитесь. Я буду более-менее скипать заставки, которые скипаются, и, соответственно, просто проходить миссии. Есть какой-нибудь мудак, который не играл в мафию? Я уверен, что нет. Эту историю вы прекрасно знаете, раз вы на этом стриме. Да и все уже 100 раз стримили, смотрели, показывали эту игру, так что... Я уверен, что все эти заставки — это лишнее. Ярцев абсолютно нормально. Я тоже каждый день фапаю. На самом деле, пока у тебя растущий организм, благодаря этому ты можешь закалить себя и не опозориться перед женщиной. А может даже стать настоящим террористом сексуальным. Ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Может, мы даже писька вырастет. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться. Толще станет точно. Помочь, чем позволить продырявить мне башню. Это спидран? Да, это спидран, ребят. Блять, поменяй игру в Твиче. Я вроде менял, что ж такое? Изменения сохранены, игра поменена. Так что не надо грязи. Да, ребята, это спидран. Игру нормально слышно? Она не слишком громко, но раз никто не пишет... Я не играл. Ну, ситуация абсолютно понятна. Вначале вы как бы из будущего сдаете своих дружков мусору. А как вы попали в мафию, показывается сейчас. Вы типа таксист, и вдруг вас заставляют какие-то мафы спасать их. Все, погнали. Спидранчик, засекайте. Кнопка! Так, я забыл. На всаде тут нету. Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Быстрее! Да я понял, что ты не хочешь умирать, клоун, блять. Добрый день, девушка. Не понял. А, он умер от этого прыжка или что? Я всегда проходил таким образом. Избавьтесь, оторвитесь от вас. Я, к сожалению, еще и хпшек не вижу. Придурок, гони! Снизу, слева. Придурок, гони! Ну, мафия, она как бы всегда в своей красе. Первозданной. Многие, я знаю, не прошли даже
эту миссию. Так, еще раз. Это сразу не сдалось, спидран, да, ребят. Ну, дело такое. Теперь слушай внимательно. Нам нужно. Сейчас ведь начнут сомневаться, что я и мафию там проходил. Ладно, погнали. Что такое-то? Как они меня догоняют на этом повороте? Всю жизнь уезжал на нем и через трамплин перепрыгивал. Они еще мой обзор посмотрели и профиксили это дерьмо? Типа фишка в том, что ты прыгаешь здесь, и они подыхают, переворачиваясь. Ну-ка. Да, я чувствую, игра даст мне просраться. Секунду. Во-первых, почему у меня не работает взад? Теперь слушай внимательно. Нам нужно стрелять. Да почему не работает? Потому что написано. Мы не сможем нас гонять. Так что жми на газ, пацан. Боже мой. Ты можешь идти побыстрее. Ты не можешь жить побыстрее. Здрасте. Здрасте. Я другого способа от них уехать не знаю. Я буду прыгать, пока не прыгну так, что Сергей Бухов позавидует. Убей их, Сэм! Убей их, Сэм! Убей их, Сэм! Блять, они уже приехали. 26 хп. Кто не знает, машина тут... Секунду. Машина тут в два раза... медленнее у вас. Я... А, все, понял. Блять, какой джойстик. Передача вверх. Shift пусть будет. Z. Сейчас. Все. Теперь изи. Я думаю, что я не пройду первую на этом офлайн мафию. В пизду, блять, она сложна настолько, что я не могу уйти от первой погони. Я даже не одно пробую. Одно время я работал так. Я помню, кем ты работал, я знаю. Нам нужно стрелять. Если не сможем, нам конец. Отлично, они хотя бы в задницу меня впилились. Давай, не то нам конец. Мы тащимся медленнее трамвая. Вот трамвай, видите, какая у меня машина, клоуны, блять. Почему они не застряли в этом столбе? Обычно, вот, клянусь, один раз из трех они застревают там. Я не понимаю, почему мне так не везет. Я вообще этого понять не могу. Это какое-то проклятие. Все, у этого дебила 6 кп осталось, так что... Нам конец. Вряд ли я смогу уехать. Придурок, гони! Придурок, гони! Ребята, если вы будете меня оскорблять, это не придаст мне лишней мотивации. Ты не можешь чуть побыстрее. Я могу чуть побыстрее! Твою мать, не давите на меня, я всего лишь таксист. Придурок, гони! Шевелись, если хочешь спасти свой сад! Блять, они догнали меня. Если кто думал, что это был конец. Не! Ты можешь чуть побыстрее. Давай, они у нас на хвосте. Это злая. Ты не можешь чуть побыстрее. Быстрее. Окей. Ну, ребят, пока не получается. Ебаная мафия. Да пошли вы нахуй, вы даже поехать мне не даете. Сука, мрази, кто придумал?
ебаную игру. Я ее ненавижу с детства. Я врал, что она мне нравится. Говно, блядь. Быстрее. Вонючего динозавра сумасшедшего. Сука. Отстаньте от меня. Йоло. Скушай это. Да почему они не проворачиваются, мать их знает. Очень хочу. Уж лучше дырка к голове. Ладно, это одна из самых сложных миссий. Ах, еще. Я помню, как я в первый раз другу дал диск, он мне вернул на следующий день, сказал, что 2 часа не мог уехать от этих говноедов и забил просто. Вот действительно нормальное отношение. Тактика. Так, все, отлично, они перевернулись. Нет, они снова перевернулись в нужное состояние и снова едут за ней. Мэтт, король, не соизволишь? Не соизвольте. Иди в задницу! Иди в задницу, умри! Нажрись говна и сдохни, я серьезно говорю. Только попробуйте еще такую хуету написать. Еще, если какой-нибудь ублюдок, что-нибудь типа придурок, гони и отправит там, или еще что-то. Ты стоп. Залипание клавиш, это не то, что я... Твою мать! У меня на экране сейчас, наполовину экрана, огромная надпись «Залипание клавиш» вызвано залупой какой-то. Экран почему-то бешено двигается, хотя мышка до этого вообще... не работало. Так, уходим, уходим. Я чувствую это, ребята. Я не вижу радара, потому что у меня вместо него табличка про залипание шифта. Это я пытался передачу переключить. Нет, они снова догнали меня. Нет, нет. Все, блин, все. Фу. Отлично. MLG. Теперь главное, знаете... В этой игре всегда есть место неожиданности, так что главное доехать. Главное доехать. Теперь, потому что врезавшись во что-то, на кончиках их придурка бомбануло у короля, да ладно. Ребят, если вы думаете, что это просто, вот тут уж никто меня не должен обвинять, извините. Никто меня не должен обвинять в том, что я что-то делаю не так. Кто не играл, тот вообще не имеет права ничего писать, ребят. А кто играл, тот в цирке не смеется, я серьезно. Так что даже не вздумайте пытаться мне что-то тут рассказывать. Я это на корню буду пресекать. Это не та игра, где... зажал, помолился и 50 фрагов набил. А, и время же есть, чтобы доехать до бара, я забыл. Да-да-да, вот там вот справа наверху еще и тайм-лимит. Это для тех, кто думает, что все уже кончено. Потом прочту. Наверняка там ничего умного. Какая-нибудь глупость. Ребят, мне кажется, я не успею ни хрена тут. Времени дается в обрез, на самом деле. Это сейчас бы он умер, так что мне повезло. И если вы не знаете города, то вы спокойно поедете не туда, потому что здесь съезд на мост просто чумачечий. Так что
единственное место, где можно на этот мост попасть, это вот этот вот, ну, если бы вот так вот поехали. Если бы вы дальше по прямой там пиздюхали, то все бы для вас еще более плачевно закончилось. Его еще будет хорошо, если мост... Хотя я не помню, он не разводной, по-моему, да? Чего мне кажется, или мы ездим кугами? Нет, мы не ездим кугами, братан. Но дальность прорисовки реально прикольно работает. Убрали этот туман дебильный, который меня всегда бесил. Не-не-не, тайм-лимит все-таки тут такой не очень жесткий. Я уж испугался. Главное не убиться. Главное не убиться. Я абсолютно уверен, что чемодан, который пришпилен к нашей тачке, ездит. И на колесиках, если его пнуть, поедет быстрее, чем она. Сама. Комендантский, спасибо. 6 месяцев подряд. Это просто нереал, братан. 6 месяцев. Больше только 8, возможно, подписаться. Так что ты один из старейших подписчиков. Очень ценю такую верность. К тому же из этих 6 месяцев я от силы стримил, ну, полтора, может быть. Так что это сейчас постоянные стримы. Народ избалован, зрелище. А так-то не так все это часто происходило. Ну все, я думаю, одной миссии достаточно. Будем считать, что я уже прошел игру. Вы согласны со мной в чате? Потому что сами понимаете, мои нервы, это дело такое, нервные клетки не восстанавливаются. У меня, кстати, что-то правый локоть начал побаливать, вот не понимаю, в чем проблема. Видимо, из-за того, что я очень часто сижу за компом и мышкой, короче, я как этот, скоро буду, инвалид киберспортивный. Согласен, да. Сам тебе кое-что передаст, мистер Ассалье. Я потом прочту донаты. К сожалению, я очень боюсь сворачивать эту игру, она уже вылетела один раз. КС-очки сегодня не будет. Приходите. Если кто-то поднимет сервак, как я искал, с паролем, и где офис 24/7, то скиньте мне потом в личку инфу. Я распространю пароль среди подписчиков. А так мне не очень охота. Немцы меня забанили. Найти ламповый сервер, где можно просто поболтать, не очень просто. Так что такое дело. Сегодня не будет КС-очки. Нет у меня настроения. Потом будет Хасан, либо второй эпизод Life is Strange. Ну, знаете, посмотрим. Я помимо первой адовой миссии, будет адовая гонка на болиде. Да помню я эту гонку. Но тут будет выбор сложности. Я легкий возьму и пройду ее с первого раза. Даже запариваться не буду. Я бы с радостью нашел репак с той самой версии, но... К сожалению, это... практически невозможно. Все всегда пакуют версию 1С, пропатченную с выбором сложности в гонке. Что спасло много жизней, я уверен. Twitch с уведомлениями заебал. Ничего не могу сделать с этим. А, кстати, кто не подписан, жмите follow. Это бесплатно и помогает в развитии канала. До гонки еще далеко. Не особо, она 4-я или 5-я. 5-я или 6-я, наверное. Мистер Сальери хочет поблагодарить тебя. Мы с Полли присоединяемся. Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. С кинцом там было куда понятно, больше, чем стоил ремонт машины. Но я даже и думать не мог об их предложении. По поводу лиц, кстати, ну, графика, конечно, устарела, но игра 2001 года. Бедным, ребят, вспомните Watch Dogs прошлогодние. Я серьезно. Машину и как можно скорее забыть. Абсолютно этом, серьезно сравниваю эти две игры в плане графики. Конечно, ну, выглядит она не супер, но, боже, она не режет глаза и от нее не тянет выливать. Это как минимум. Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно. Мог бы. Вот миссия интересная просто. Оу, вы всегда так водите машину? Сейчас. Вот, ребят, чем я буду заниматься на стриме. Кто просил мафию, кто хайпал за нее. Ближайшие 15 минут
С ограничением в 40. Ну, это 60 мили, наверное, в час. Сейчас, секунду. О.